Здравствуйте, меня зовут Светлана. Рецепты сочных салатов, которые я хочу вам предложить, пойдут на пользу не только вашему здоровью, но и здоровью во всей вашей семье. Итак, салат деликатесный. Нам понадобится 400 граммов белокочанной свежей капусты, которую мы шинкуем, посыпаем половинкой чайной ложки соли, перемешиваем и оставляем на 15-20 минут. Теперь мы берем одно среднее яблоко и натираем его соломкой или нарезаем соломкой. У меня есть вот такая вот терка. Мне она очень нравится и ускоряет процесс. Вот таким образом я натираю. И получается вот такое вот натертое яблоко. В яблоко мы добавляем щепотку корицы. И тоже перемешиваем. Берем 4 столовые ложки грецких орехов. Мелко их нарезаем и обсушиваем на сковороде. Также мы берем 100 грамм сыра мягкого и натираем на крупной терке. И немного зелени. В данном случае я взяла петрушку. И тоже мелко нарезаем. А теперь собираем салат. Капусту мы выкладываем яблоки и перемешиваем двумя вилками. Вот таким вот образом. Слегка поперчили. Теперь высыпаем наши орехи. Выкладываем сыр. Выкладываем зелень и тоже все перемешиваем двумя вилками. В равных пропорциях я взяла оливковый майонез и сметану. Не заправляйте салат сразу же, дайте ему настояться в холодильнике. Перед подачей выложите его на тарелку и полейте сверху соусом. Приятного аппетита!